солнечный день и голубое небо. 2 марта на прогулку мы пошли, в глазах слепило и от солнца, и от снега. Я солнечный, как всегда, одел очки, зато он пестрел повсюду рыбаками. Я порыбачить также в принципе успел, жена меня запечатлила даже в кадре, но рыбину поймать я все же не сумел. Мы попрощались с рыбаком, кто снасть одолжил. Ему спасибо, что он нам не отказал. Он оказался просто человек хороший, и я женой своею дальше пошагал. В старой пойме, где журчит в марте протока, течет, бурлит в протоке чистая вода. И в этом водоеме просто без прикола тихонько обитает уточка одна. Хозяйская собачка чуть не провалилась, за уточкой рванула воду, да и зря. Утятинкой собачка так не поживилась, и схавать уточку, конечно, не смогла. Хозяева собачку из воды достали, мы, постояв немножко, сфоткали собак. Уточку сфоткали и дальше пошагали, природой наслаждаясь от души ничтяк. Мы шли по буеракам снежным косогорам, а город вдалеке, он как на пятачке. Березы, сосны вдоль дороги по сугробам, а мы бредем дорогой снежною к реке. Зайца следы плутали меж берез и сосен. Видать, до нас косого кто-то испугал, а ноги дальше нас от города уносят. Денечек солнечный нам душу щекотал. Еще один рывок, и мы уже на речке, под снегом, под льдом спит реченька. Ха-ха. Нам показалось, что мы не были тут вечно, хотя мы летом, осенью, весной всегда. Село Хабарское, церквушка с куполами, и база горнолыжная где-то вверху. Саки, привет, жена и я машем руками. К той стороне идти я дальше не рискнул. Вот так пошли назад, обратно полным ходом, любуясь вновь природою чудес. 2 человека по тропе на снегоходах, на снегоходах поспешили через лес. А мы спешим обратно снежными полями, по озеру, по круглому идем домой. Струит ручей в конце на переправе, я рад душой, что он еще живой. Меня журчанием он встречал когда-то летом, зимой и осенью, и вот опять весной. Блестел, сверкая меж камней, укрытым снегом, а я приветствовал его со всей душой. Вот так заканчивается наша прогулка. Я о природе обозначил вам обзор. Всем посоветую, друзьям, не ради шутки, пойти весною прогуляться на простор. Мы побрели домой дубовой после рощей. Аккумулятор к тому времени под силой. Гудба, я всем скажу, так будет просто проще. Для вас, друзья, я Леха Леший песню спел. Гудба, я всем скажу, так будет просто проще. Для вас, друзья, я Леха Леший песню спел. Вот такая прогулка наша была весной, в начале марта. Всем привет!